ними надо каким-то образом налаживать отношения не с Украиной как таковой, очевидно. 85% населения Украины говорит по-русски. Хотели бы говорить по-русски, но вот эти вот все люди, которые ныне являются украинской властью, да, и день рождения Бориса Немцова. Я поздравляю всех сторонников Бориса Немцова, и я верю, что те цели и идеи, ради которых Борис боролся, эти идеи победят. Мне очень жаль, что Кремль убил Бориса Немцова. Мне жаль, что Кремль убил Анну Политковскую. Мне жаль, что Кремль убивает остальных. Мне жаль, что Кремль до сегодняшнего дня убивает Сенцова. Мне жаль, что Кремль убивает Балуха. Мне жаль, что Кремль убивает остальных украинцев. И я скажу честно, до тех пор, пока Кремль будет убивать и дальше украинцев, мы будем воспринимать вас как врагов. Именно Кремль. А россияне, я хочу сказать, я желаю, чтобы вы победили, избавились от Путина, его оплечников. И напоминаю, что когда-то после Нюрнберга главного редактора фельдшера Биобахта был казнен за то, что был нацистом. Мама дорогая, вот хамские украинские власти, других не имеют. Ну вот так, к сожалению.